Ребят, всем привет! Начинаю стрим. Приехал из деревни, сходил, проголосовал на выборах, короче. И начинаю, в общем-то, стрим GoFo SK. Не знаю, насколько долгий сегодня будет стрим, но врываюсь, в общем-то, врываюсь. Так что, ребят, будьте внимательны, все сюда приходите, будет интересно сегодня. Достаточно сегодня вижу там еще украинская квалификация на ВСГ. Вот. Так, сейчас я все, в общем-то, переименую там, где нужно переименовать, добавлю стримы туда, куда нужно добавить. Вот. Он очень скоро пойдет и для вас. Задержка 2 минуты, помните, как бы через буквально 10 секунд он стартует, но через 2 минуты, соответственно, вы только услышите, что я говорю сейчас на Team Liquid. Сейчас я, в общем-то, добавлю стрим. Так, должен был начаться, по идее, сейчас обна... А, вот, наконец-то, да, пошел стрим, отлично. Стоп-старт, ну, рестрим. Сейчас вам покажу сетку. Так, похоже, что Стрэндж, например, сегодня не играет, хотя, может, он сейчас попозже в сет зайдет, но, например, я его сейчас не вижу. Здорово, сетворк. Все, отлично, на Твиче все пошло. Да, всем привет, ребят, все, сейчас лишнее уже закрываю, в общем. Так, все, отлично, мой никнейм добавился сюда, ой, точнее, не никнейм, мой канал добавился на Twitch, короче. Так, насчет кибета я не знаю, что там поставочка, может, на что-то там где-то что-то и будет. Нет, сегодня вообще ставочек нет. Давайте посмотрим, что происходит, в общем-то, сейчас я... Текст возьму сначала, конечно, сюда перенесу. Посмотрим, кто играет. Так, вижу лайва, вижу корейцев. Так, Бистикар, так. Браток Влайот первый, кого я вижу из наших. Крит, ну как не наш, Крит немецкий, Крит Коу. Так, Френд. Касса вижу, наблюдаю. Ты что-то... Что-то игроков-то как-то мало совсем, не?
А, нет, вот здесь еще игроки. Так, менеджер, так, мастер Вася, Милка. Мультинамшар, нет, игроков на самом деле много, не разим. Партнерч сегодня есть, смотрю. Револьвер есть, которого мне кидают никнеймы, что он использует мой аккаунт зачем-то на стрим, чтобы врываться на другие какие-то турниры. Вот, ну я ему отписал, если не одумается, буду делать по-другому как-нибудь. Вот. Стрэнджа почему-то нет. Не знаю, почему не Стрэнджа, если честно. Ну, будем болеть за того, кто есть, соответственно. Что еще говорить? Сетки пока еще нету. Очень скоро, я так понимаю, она будет. Нужно Блая написать удачи. Так. Случайно. Так, Димага был, но я почему-то его онлайн не вижу. Странно. Так, всем, ребят, привет, я ожидаю сетку вместе с вами, как только она будет, а вот она появляется, сейчас я... А, блядь, что такое, опять? Окно открою сейчас. И мы ее посмотрим. Так, ну вот, пожалуйста. Вот у нас сетка, давайте глянем, кто есть где. Так, пока наших не вижу никого. Так, скиммер. Первый русский флаг вижу. Милка, Френд, Ваня, мастер Вася. Блай тут рядом, но он вниз идет, не там, где вот эти все игроки. Можно Ваню посмотреть будет немножечко, кстати, с кем Ваня играет. Щаби с каким-то. Револьвер тут есть.
Так, револьвер тут есть. Так, револьверов, сетки Кореи. Так, Тейлс у него есть тут сетки. Рядом больше. А, вот Space Marine, наверное, из таких игроков адекватных. Касс здесь играет. У Касса и Лайф сетки, но он позже немножко будет. Соу, ну что же. Димаги, я что-то ошибся. Наверное, Димага не зачекинился все-таки по итогу. И его нет на самом деле. Так, браток соперника ждет. Братка видел. Но я почему-то не вижу. Погодите, ребят. Блин, а где браток? Обычно... Ничего, никнейм поменялся, что ли? Или... Так, ну понятно, короче. Так, Милки зайдем. Милка уже начал. Короче. Милка уже начал, по ходу дела, да. Братка нет. То есть, вроде как, друзей восстановили, но, судя по всему, далеко не всех друзей восстановили. Сейчас я братка найду, добавлю его. Сору против мульти. Потом браток будет играть. Так, что-то я никуда я не успеваю попадать вообще, ни хрена. А вот Коу что-то играет, попробуем. Ну, тут какой-то мертвый, судя по игрок. Так, братку написал. Понял тебя, Дим. Гоу СК не играет, Димага.
Так, ну что, куб против какого-то зерга, ну там явно мертвый зерг. Так, сейчас, ребят, все-таки окно прикрою, что-то вообще. Так, кибернетчика пошла. Короче, снизу гид, застройщики, Нексус сразу же ставится, в общем-то, и тем временем зерк ставит только на третью хату. На второй базе, собственно говоря, и нет АПМ какой. Давайте глянем. Ну, 200 у зерга прям даже есть. Не знаю, что я не обратил на ничего за лига там у зерга была. Вот, ну, пальчик такого фаворит. Это изи для него должно быть. На самом деле, посмотрим, что будет по итогу. Так, адепт готов, вперед попер адепт. Заказывается сталкер. Вот если бы сталкер первым был, то это минус овер бы был. Но не сталкер первый, адепт первый у нас. Многие добротцы предпочитают адепт закатить. Почему? Потому что им проще разведывать. И он мобильнее, в общем-то, чем сталкера. Гораздо мобильнее. И можно, в общем-то, действовать агрессивно. Ходить там, вот лингов каких-нибудь подрезать, вот так вот, просто иллюзии засылать туда, куда нужно тебе их засылать. Адепт не стал телепортировать, суку. 4 линга он уже им подрезал, ну что ж, неплохо, что можно сказать. И уходит назад, собственно, разведал, заставил подзаказаться. Здорово, Гекс, спасибо тебе, что смотришь. Вот, ребят, все, теперь я больше в ближайшее время, наверное, никуда не буду уезжать. Может, если дождь пойдет, то съезжу еще в какой-нибудь день, ну не на сутки, за грибами. Вот, ну больше суток в деревне был, за грибами сходил, погода сухая, грибов ни хрена нет, только старые. Вот, ну хоть немножечко нашел это. Вот. Так, маслинги здесь. Беллингбаст идет. Смотрите-ка, у Коу нету, между прочим, сентри. И может быть больно сейчас, я вам скажу. Так, беллинги заходят. Нужно ли заходить? Так, бейнами, куда ты прешь-то, ё-моё? Вот дает. Зерк, вместо того, чтобы чуточек подождать, он куда-то прет сейчас. Лингами пилон не стал подбревать. Это тоже очень большая ошибка, мое мнение. Так, пилончик на мэне пытается сгрызть. Вообще не понимаю, что он делает. Зачем он такой бред делает сейчас, Зерк? Вместо того, чтобы сгрызть вот здесь пилон и просто-напросто отключить все к чертям собачьим, он что-то тут натупил. Так, взрывается беллинг. Больно очень взрывается беллинг, я бы сказал. Адепты, правда, еще варпятся. Лингов очень много дотекает. Забегать сюда смысла нет. Нужно... Так. Прям рабах Бейна может. Зачем? Это ошибка, конечно. Линги подходят. Опасный пуш был, я вам скажу, ребята, но... Он кончился, этот опасный пуш, а адепты уже со скоростью атаки. Они достаточно быстро уничтожают лингов. Два зилка спереди еще подварпливаются.
Они очень круто затанковывают и в легкую полдись отбиваются, покидают игру зерк. А мог бы. Мое мнение, что надо было грызть пилон. Пытаться. Так, Оптимус с кем-то играет, я не знаю с кем. Так, а Ваня тем временем с френдом, кажется, собирается играть. Оптимус с Рейнером, между прочим, играть будет. Ну как в старой игре? Не в старой игре бы, не все старые. То есть, только в основном лисичек находишь, там маховики вот в нашем лесу. Белого вообще ни одного я за два раза, что в начале сентября самым ездил, и сейчас вообще не нашел, как бы. В прошлый раз дедушка мой нашел там пару, как бы, я хоть посмотрел их вживую. Вот, я только под осиновички, и то их мало очень. Так, ну что, Рейнер здесь, начинаем битву, в общем-то. Потом еще куда-нибудь ворвусь, я думаю, постараюсь. С кем там Ку играет, я, кстати, хз. С лейзером. Блин, надо было туда врываться, ну ладно. Что-то я затупорезил немножечко, если честно. Вот, ну ладно, раз уж здесь я, то здесь. Так, все, ребят, пора в игру. Читаю я инфу, что там да как. Сегодня еще украинских квалификация на этот, на ВСГ. Вот. Ее я, возможно, тоже застримлю, посмотрю по времени как.
Так, привет, Зик. Отборы России планирую стримить на турнир в Киеве. Юристик, этот баянчик уже видели месяцев несколько назад мы. Вот, ну, но тем не менее, это эпичная тема на все времена. Вот. Возможно, на турнир в Киеве я сегодня и украинский отборочный. Просто я в игру попасть не могу туда, как бы там у меня, ну, я не официальный стример, как бы. Но можно порестримить, тем не менее, как бы и... В реал-тайме пообщаться, да, как бы. Ну, посмотрим, посмотрим. Я пока ничего не могу вам говорить по этому поводу. Пока что мы смотрим Оптимуса против Рейнера, и Оптимус делает масс риперов с трех бараков. Посмотрим, к чему эти риперы приведут. Ну, не надо демеджа нам это только вперед подносить. Ё-моё, куда-то подносить. Так, от королевы уворачивается. Гранатка прикольная, Рейнер. Четыре рипера уже здесь. Двумя полетел еще харасть. Пред пустяки. Так, не понял. Вчера Стрэндж кого тут не обыграл? Да привет, Костя Киев. Я вот не знаю, что он там вчера играл. Смотрите, Оптимус-то разбирает. Королев просто на ура. 7 роучи строится. Один рипер теряется сейчас. Ну, можно было и не терять. Вот первый роуч начинает выходить. Нужно пытаться их захарасить, видимо. Что и пытается сделать, конечно же, сейчас Оптимус. Ну, с роучами крайне тяжело, конечно, риперами биться. Вот, и еще такой момент сейчас могут реводеры получиться. Вот тиран сейчас видно, что немножечко не это. Не шарит. Есть хоть одна личинка, кинь сюда три гранатки под личинку. Все, ее не станет. Армор не действует на гранаты. Это очень важный момент. Вот. Поэтому нужно пользоваться такими вещами. Здесь у нас уже плюс два барака, да. А, точнее, барак 3 и было, делается стим, и факта пошла. Так, риперончики залетают, их реально много. Так, нужно быть предельно внимательным. Вот в этом плане Ютермал гораздо более активно и четко контролит риперов. Здесь видно, что так, потеряно еще 2 было плюс к тому одному, то есть здесь было 10, осталось только 8 риперов. Ну, надо тянуть время, не давать хату третью ставить, собственно, и контролить, да, здесь просто. Ну, опять на роуче рипера разменял. Видно, что Оптимус, в принципе, как бы контролить умеет, но контроль невиртуозный. Невиртуозный, как там у Янчика, Ютермал, я не знаю. Фекс, ну что? Здесь какой-то овер погибает. Пользователь Калинсант активировал премиум на ваш канал. Калинсант, не какой-то самый обыкновенный овер. Натерял что-то тут еще масс риперов. Просто тиран, не знаю, куда лезет. Почему? Ну, стимпак вот есть. Зачем терять-то? Еще 3 было... Сейчас 5 осталось, было бы 8, то есть вот эти марики с двумя медиваками, плюс эти все риперы, прикиньте, сколько там гранат, как марики все разрывать будут, это вообще было бы замечательно просто, ну, что-то нифига не срослось. Полетел дропчик 16 мариками, часть дома осталась, можно было бы эту часть, наверное, взять. Нерча в макро проиграл. Я не знаю, с кем там нерч, что за этот урик. А, наверное, КСПК подборочные, скорее всего, это были. Вот, ну, Стрэнджа мы еще увидим. Очень-очень скоро.
А грибов очень скоро не будет, поэтому я в лес сгонял сейчас вчера, сегодня вернуться. Вот. Так, в это время роучи тут, точнее не роучи, роучи, да, они не, есть тоже здесь, они не успевали за риперами, после передропа был харас еще риперками совершен, очень неслабый такой, роучи по гранаткам тут бегают, интересно вообще, ну что же, тиран, в принципе, считаю, что тиран, если не в плюс, то очень неплохую для себя ситуацию вывел в данной игре после риперов, то есть у него... Так, здесь надо отлететь немножечко. Вот там сверху овер направились. Надо задропнуться его подрезать сейчас. Так, еще двойной дроп летит по другому направлению. Здесь два овера у Рейнера висит. Можно их хотя бы срезать. Здесь я не знаю, что и делает Оптимус. Стимпачится. Подрезает одного, подрезает второго. Саплай блок у Зерга, кстати говоря, сейчас получился. Здесь еще и дрона подрезал. Еще одного овера подрезает. Пробивает одновременно камни. Мультитаск я бы... Ну, не сказал бы, что какой-то великолепный, но хороший мультитаск очень даже такой демонстрирует у нас Фред Озмин Рерлил. Демонстрирует Оптимус. Смотрите, как риперы залетели. Ой-ой-ой, как больно рабам. Гранаток чуть-чуть не хватило, но королева хотя бы упала. В это время риперы, марики врываются на третью базу. На вторую тоже, но тут прям подроучи. Дропнуться на мейн, но на третьей базе марики разрывают просто все. Зачем загрузился-то? Убивал же, не? Надо соединиться двумя дропами сейчас с двух направлений, по-моему, в один и попытаться продавить. Здесь у нас плюс еще три барака пошло. Танчики две штучки есть. Ну что, Оптимус тут трейнера вообще, посмотрите, на потери. 3400 на 1600. Это, правда, не надо в лоб ни в коем случае драться сейчас. Это... неэффективно сейчас для тирана делать. Стрэнджа, да, почему-то нету сегодня, не знаю, по какой причине. Танки вперед не берет, почему-то, не знаю, тиран. В общем-то, пока только дропами играет. По-моему, можно уже и выход какой-нибудь делать, лимиты уже больше. 2-2 делаются, тут 2-1 грейды делаются. У Рейнера есть уже хайп, а есть ли Ультралис Кэверн? Нет, Ультралис Кэверна я пока не наблюдаю. Привет, Наргил, привет всем на Твиче. Название турнира в названии стрима указано. Вот, будьте внимательны. Всегда обычно я так и делаю. Собственно говоря, продолжается харас, который уже нужно прерывать чем? Выходом, конечно же, основным. Вот он и пошел, где добавляются фугасы, все уникальные грейды на био готовы. Посмотрим сейчас, как 3-3 закажет у нас тиран. И как же вовремя сейчас Рейнер делает забегание. Это просто супер вов было. Так, зафаерболил здесь Зерк, в общем-то. Часть юнитов тирановских заходит сюда Оптимус. Но отвлекаться вынужден на это большое забегание. Здесь пошел замес. Рейнер идет вперед. Нужно тирану выдвигаться как можно быстрее. Он... не очень быстро, я бы сказал, это делать. Стимпак пошел, фаерболы кидаются вообще мимо танков в основном. Ну вот несколько все-таки подрезал Рейнер. Оптимус вроде как контролил, но кривовато, не все законтролить смог. Нужно немножечко отступить под танк. Еще один сзади, кстати, еще, между прочим, танк есть у тирана, но он его взять просто замес не может, потому что он его тупо не видит, по-моему. Нужно отступить немножечко назад. Тут приходят либераторы, прилетает еще био некоторое количество. Танчик подрезает, Рейнер не контролит Оптимус. Это косяки. Конечно же, это косяки. Заходит группа био юнитов. Раскладываются либераторы. Нужно подрезать, все бомбит. Бомбят не слабо они. Ну, вот, правда, в рейнже одного фаербола они разложены были. Это не очень приятно. Давление продолжается, боевого лимита у тирана больше все еще. Два первых ультрала у Рейнера заказано, но доживет ли он до них, это вопрос еще пока что, вопрос.
Еще раз либератор раскладывают. Симпак попер. Так, не получается, никак не получается у Оптимуса продавить. Вынужден сейчас отступить. И посмотрите, ультралы уже у Рейнера попёрли. Он пытается в четвертую уйти. Лимита больше не намного, но экономика-то получше немножечко. Правда, здесь 3-3 грейды сейчас доделаются. Но зарешают ли эти 3-3? Вопрос хороший. Так, в это время два либератора на вторую базу прилетают. Ой, как больно. Это просто жесть. Личинки уничтожаются. Яйца уничтожаются. Гимит и делать. Пришли реводжеры. Вроде как Рейнер минусует все. Можно и фаербольчики, но здесь дроп идет. По лимиту тиран уже сравнялся. По грейдам вообще в плюсе. Причем зерк больше грейдов не делает. У него ресурсов нету. Ну, у тирана голые био. Смотрите, вот... Ну, какой-то тормознутый тиран. Вроде контроль есть, все есть, но против роучи реводжеров он воевал с либераторами, а они просто необходимы. Против ультралов он их не делает. Тоже странный момент очень такой, если честно. Может быть, конечно, мы их еще увидим, но пока их тупо нет. Так, здесь два медивака минуснул фаерболами, зерк. Ну, тирану... Так, ну зачем отдавать мародеров-то, я чуть не понимаю. Дело-то чем-то... А, ну он убежит сейчас на стимпаке, вылечится. Вот, дома. Нужно бежать быстрее. Остался тиран. Да куда ты? Ну, ё-мо, убеги, ты там рядом же, ЦЦ-шечка твоя. Все, наконец-то обратил. Убегая дальше, в это время какой-то дропчик странный. 8 мариков на 2 медивака на вторую базу. Было бы 16, вообще все здесь просто уничтожил бы в мясо бы. 2 овера минуснуло, сейчас по лимиту Оптимус плюс вывозит. 100% микозы принимает инфесторов сейчас на халяву. Пришел ультрал, порубал все по земле, но медиваки можно увести хотя бы. Если сюда кинет несколько фаерболов, зерка, они погибнут, если тиранов никак не будет контролить. Ну и идет уже выход добивания местное, в общем-то. Нет, против ультралов минка. Ну что за упорный тиран такой, понять я не могу. Просто нереальное количество ульты био здесь, но против ультралов реально нет того, что эффективно дерется по фаерболам. Еще тиран гоняет, а именно либераторов. Ладно, гасты, для которых там отдельное здание нужно строить одно. Либератор это вообще может прямо сейчас начать тиран строить. Так, пошла атака, но био такое гигантское количество, и есть преимущество атаки над армором тирановским, тирановской атаки над армором зерговским, простите. Так что био даже при таком раскладе неплохо здесь, в общем-то, бьется, но по фаерболам не надо, ни в коем случае так бегать сильно. Идет тиран плюс, еще стимпаки постоянно идут. На микос боялся попасть, в итоге частью все-таки попал юнитов. Так, минки, по-моему, себе больше дамаджа нанесли, чем оппоненту. Перекапывает тиран еще дальше. Последний здесь ультрал, в принципе, остается, но био подходит, ну нереально еще какие-то приросты. И тиран кидает базу, последнюю добывающую зерга фактически, хотя здесь еще чуть-чуть ресурсов есть, да и тут тоже. Но они кончатся в ближайшее время, то есть эту хату нельзя ему терять, а он теряет. Копаются еще минки, нужно дальше идти, нужно дальше давить.
то и делает у нас тиран, но только он тут овера подрезал, надо смещать направление удара вот сюда, вот обратно к этой базе. Забегал, кстати, вот это направление у тирана, ну, один раз в игре забегали, он так оборону здесь не построил, а Рейнер не пользовался вот этим направлением. Если бы он постоянно сюда забегание делал, контратаки, могло бы выйти очень неплохо, по-моему. Но он не делал никаких никуда забеганий, никаких контратак. Соответственно, вышло как вышло. Даже вот одно смешное забегание, где-то 10 лингов, там может даже меньше. Ну нет, скорее не меньше, 10-12 там лингов забежало. Вот, оно и то подрешало. Так, Сашечка на четвертой базе, причем орбиталка. А, это со второй базы орбиталка улетела, все ясно. На мэне до сих пор база есть. В общем, тиран решил, что надо блокировать зерга, не давая ему четвертую занятие. Это верно. Ё-моё, как больно сейчас рабочим было. Вы видели, какой стек. Рабочий погиб. ГГ, пич трейнер. Молодец, Оптимус хорошо очень отыграл. Будет теперь преимущество у нас стараться к нашим врываться. Так, Блая почему-то нет сети. Блая уже проиграл, что ли, или что-то я не понимаю. Нет, Блая вперед идет. А где он вообще есть? А вот он, я вижу Блая. Солнечно и подышать хочется, то холодно вообще, в мясо становится. Ждем продолжения. Так, ну ищем что-нибудь интересное. Сейчас мы... Ваня френда убил, кстати, Ваня ловит с гуру, возможно, сейчас биться. У Блая интересная. Интересный оппонент будет дальше. Ну, надо, короче, и ждать, наверное, будет Блая скорее всего. Так, револьвер тоже в следующем туре вижу. Касс. Касс мне пока непонятно. Братка выбил мульти. Не, ну кассу вроде пока некому было проигрывать.
Так, Варди что-то там ожидает. Не знаю, с кем там он что ожидает. Так, пистик нам шар, видимо, это будет. Пользователь Геннадий активировал премиум на ваш канал. Так, Нерч Мейджор там очень интересная. Опа, была оппонент есть. Я выйду сейчас и зайду к нему. Ну что, отлично. Бла ведущий. Спасибо, Геннадий, тебе. Все, ребят, поехали. Что тут говорить? Говорить тут нечего, надо было ждать. Я смотрел сетку. Смотрел, что я пропустил, какие турниры, сетки всякие сейчас. Ну да, извиняюсь, отвлекаться лучше поменьше. Вот. Да, квалификация сегодня тоже какая-то там будет. Украинская, насколько я понял. Но это уже по обстоятельствам, потому что я не знаю, сколько гуф ОСК пойдет. И... Поэтому, так, на Twitch вручную сетку кину, всем везде кину сетку тогда. А то там просит человек, вижу. Посмотрим насчет квали украинской. Ну да, она сегодня фактически вся пройдет, и это прикольно. Там очень хорошие призовые. Будет интересно. Квоты 2 вроде как бы на финальный турнир. Так что, в общем-то, посмотрим, кто там справится. Ну что, надо через Reaper K играет. Пошла факторка.
Марик один добавляется. Сейчас реактор будет запилен. Да, реактор запилен. Овер пролетает. Сейчас будет ныкаться. Главное, чтобы Марик его не сбил. Ну что, Рипер тут рядом стоит. Лингов замечает кореец. Блайл что спалился и... Это потеря лингов. Что-то под сзади себя гранат кидает. Что такой пинг, что ли, жесткий? Не знаю, наверное, да, такой пинг, видимо, жесткий. Лейер пошел на второй базе сейчас. Очень ранний лейер у Блая. Так, здесь еще два линга где-то были. Ну, хоть Марика сгрыз, и то хорошо, Блай. Три линга потерял он. Один шальной где-то там рядом бегает. И он сейчас может покусать рабочего, между прочим. Навряд ли он, конечно, его съест. Ведь у него костюм СЦВ. Если его не было, то Линк, наверное, то сожрал бы его. Рипер улетел вообще. Что-то непонятное надо сейчас делает. Сейчас он может реально потерять КСМ-ку. Он потеряет КСМ-ку. Сейчас он две КСМ-ки потеряет, потому что Рипер шляется где-то вообще. Нет, вторую не потерял, гелики выехали, спалили этого пса. Ну, он нормально накусал тут. Целого рабочего накусал, еще одного подгрыз на 15 хп. Так, прошу прощения. Встал сегодня в 7 утра, чтобы за грибами пойти перед автобусом. Вот. А у Блайд, посмотрите что. Блай решил, что с надо тянуть ему не надо. И делает Нидус просто. Там никаких либераторов, ничего такого нету. Это очень важный момент. И в итоге Нидус-то будет получаться у Блайд. Смотрите, залетает прям на пуф. Довер, здесь всего один викинг. Ну, играет там, может, огонь будет, но не факт, что я в игру попаду, потому что я же не специально стримил. Это минус надо, Блай забревает его Нидусом, просто в легкую бегает, пишет надо. Вот так вот. Ждем следующих туров. Сейчас посмотрим сетку. И лейзер, либо арт дальше у Блая будет. Ну что же, уже очень опасные оппоненты. Так, револьвер против Space Marine. Так, что-то ожидает касс у нас, я смотрю. Так, Тесс Immortal паст у него. Ну что же, врывай. Жалько револьверчику не успел. Можно было бы посмотреть интересную игру. Так, надо мне позвонить сейчас. Забыл я маме в деревне позвонить, что я приехал вообще. И... Ну, что-то такие дела. Табу один. Смотрите, касс пока минуток пару, я сейчас позвоню и вернусь. Готов.
Улучшение завершено. Смерть на пороге. Эйсен готов. Эйсен готов. Так, все, я здесь, ребят, не надо нам ФП от пистолета, я в игре. Просто отвлекся ненадолго. Ну что, реперончик минус здесь. Машин кефирчик пью, потому что холодильник у нас сломался. Уже я сегодня только чай с утра попил. Опа. Рубелек от кренделя. Крендель тут не дремлет. Где-то рядом. Кажется, нормально. Тут депошки очень закрывает, успевает. Я пока рубелечек добавлю. Поддержки пока нету, но какая к черту поддержка, столько я начал стрим и вообще начал резко, меня не было, был в деревне, вот, на побольше стримить, я думаю, все будет ок. Короче, 2 плюс гейта здесь еще пошло. Ну, такой, я бы не сказал, что стандартный опенинг. Старгейт в 3 гейта, в 3 нексус через фениксов при этом. Все, не через там оракула, а через фениксов. Очень странный момент. Все, на патруле, да, здесь феникс, с одной стороны, если на мейн полетит что-то дроп, то можно его принять будет, ну а с другой, если сюда полетит, если ты не успеешь выставить оверчарж. То есть очень опасно так играть против дропов минок там и против чего-либо вообще. А здесь, я смотрю, игра в Steam через Starport почему-то с одним медивак. Тут, наверное, Каз завтыкал, что ли, с реактором, я не знаю. Одного медивака явно мало. Хотя, сейчас Каз подкупит, видимо, юнитов и пойдет уже в выход, собственно говоря, перелетит. Ну, тут нет смысла сейчас заказывать было. Да, конечно, не было смысла. Надо садиться уже, как бы, и по два медивака строить. Плюс к этому. Вот Мазеркор сейчас вообще не на позиции. Роба нету. Если сейчас минки вкопаются, то просто больно будет. Просто. Ну, ему не будет больно, с другой стороны. Просто две пробочки минуснется. Но теперь он просто не сможет нормально добывать здесь. То есть роба еще нету. И пока там обсервер появится, реально пройдет достаточно много времени. Медивак улетает домой. Я думаю, что должен он успеть до Мариков долететь. Да, он уже долетел до Мариков фактически. И спасает косой медивак, делает еще одну туретку. Все четко достаточно. Так. Собирали не на офигенный диван, а на респектовый диван. Это разные вещи. Будет на неделе. Ну что, три медивака летят дропать сейчас. Куда они летят вообще? Касс, дропаемся. Вот Феникса встречает медиваки эти три штучки. Нужно разгружать все. Что Касс, собственно, и делает. Пытается просто подрезать один из медиваков. По-моему, два Марика не успели разгрузиться. Да, два Марика не успели выгрузиться. Приходит Касс на оверчаржа, на адептов. Щитов нет, ой, какой провал. Тут, правда, и скорости атаки адептом нет, но сейчас не просто будет косу уйти. Ну, все-таки он ушел. Оракул никого не подрезал, просто висит, что-то там делает непонятно. Если адепты проходят, не находит просто этот дроп и отступает назад. Но
У Протоса 3 Nexus вообще не раскачан, то есть он непонятно, что с экономикой у него творится, то есть он вообще ее не раскачивает. То есть вроде как он все достаточно четко и удачно делал до этого, с потерям сетевого касса, какая жесть. Но Протос так слабо макрился, что у него просто нету преимущества все равно от касса. Может, что значит макро. Может, что значит строить рабочих, экономику раскачивать нормально. Supply блоки постоянные, ну... Косяков много. Так, разумишка, 3 рубля. Что вы будете делать? Богачею, на глазах просто богатею. Так, Оракул неплохо сейчас залетел. Ну, туречка готова, просто заметил, улетел вовремя. 143-125, касса больше, несмотря на предыдущие потери. Опять кулка. Вот нечего выйти в семи, как его каску-то дропаться, все летит, не пойму куда. Здесь какая-то интересная застава такая у Протоса получается, да? Фениксы пытаются перехватить медиваки, и ведь перехватят же. Ну, улетают куда-то, Протос вообще тупит здесь. Отступает назад, пропускает тройной дроп на мейн, вместо того, что он его уже начал сбивать. Но видно, что, конечно, уровень игры неравный здесь. Раз сильнее оппонент своего, он просто, ну, просто делая дефолт, разваливает его на самом деле. И это вполне очевидный момент. Тут Феникс прилетели, минус все практически сразу. Пилон выбивается, Фаржа отвайла здесь. Надо отменять их грейды, тогда упадут. Падает Фаржа. Атаки не будет. Здесь тоже грейд не делается. Нексус можно подрезать. Короче, касс убивает, собственно, одним дропом, который Протс уже сбивал шоу. Касс его добивает. Так, Минка сейчас еще жахнет неплохо по сталкеру. Еще с флешем там заденет по остальным войскам. Неплохой на третью базу дроп на халде. Тут пробки терпят, терпят. Адепты много чего там теряется. Феникс прилетает, пытается минуснуть медивак. Не так просто даже такой демож на 14 кп минуснуть. И касс делает еще при этом всем. Все, Феникс сбил всех. Вообще, ну ценой, правда, всех этих юнитов. Ну касс делает еще один дроп. Во-первых, двойной. Во-вторых, выход будет, видимо, сейчас в лоб одновременно. Ну как хитро там как захочет через ксилнагу вражескую, ну посмотрим, что из этого выйдет. Адептика примет здесь на ксилнагу. Ну просто внимательно вроде как успевает подконтролить юнитов своих даже. Кас прилетает, здесь жахнула Минку в очередной раз, выбила пробку, надо эти два пилона минуснуть, и 7 гейтов так и не заработают по итогу. Так, давар по адепту, все пилоны надо минусовать обязательно, кассу. Давар по адептикам идет. Кас минусует все пилоны в итоге. Так, здесь выход серьезный. Очень стимпач сака. Здесь адепты. Здесь хорошая такая армия у Протоса. Поэтому не просто кассу будет разобрать. Здесь кас стимпачится, покидает Immortal Fast игру. Он понимает, что это ГГ. Так, Блад что-то там результаты просматривает. 12 минут. Он не играл, по-моему, больше. Пока что. Нерч выиграл мейджора. И так, шатдаун групп. Так, Блайсар там будет биться. Вот.
Прошу Блая заинвайтить, Блая против Арта. Ну, убитые пробки не отображаются, потому что карты такая, соответственно, создана. Так, я голосовал, да, я голосовал, конечно. Так, что с Good Game в последнее время? Да вроде все в порядке, все работает. Слава богу. Так, а Twitch-то работает вообще? Чуть не пойму. Не понял, а что счетчик такой-то кривой? Показывают только с Good Game зрителей почему-то. Все работает, все отлично. Близится Блайрева. Да, кстати, стелса револьвера убьет, Space Marine убил, то возможно будет у нас СНГ дуэль. Там Кинолайф ТВТ корейская, КАС ждет Соула Ханфи, возможно с корейцами будет ТВТ-нчик биться. Здорово, Влад. Рад видеть.
FP давно не играл, пару дней назад стримил, играл, но вот так как вчера в деревню поехал, грибы пособирать, по лесу походить. Поэтому... Ну и не играл. Естественно, в принципе, не стримил, надо с тобой, нам будет Влад созвониться, мы же собирались как-то пообщаться. Я все забываю, блин. Я не забываю, до этого не особо некогда было. Как раз сейчас на ком залью то, что снимал в кубинке в ближайшее время. Что-то арт не заходит, не знаю почему. Зики поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Спасибо тебе, Зики, спасибо всем, ребят. Сколько задержка? Задержка 2 минуты стандартная для GoFSK. Ребят, спасибо всем за поддержку. Очень приятно. Возможно, сегодня еще украинские квали постримлю. Может, и в игру куда-нибудь прорвусь, не знаю, посмотрим. Пользователь Санчес13 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, в общем, всем. Поехали, наконец-то начинается арт против Блая у нас. Это у нас стадия какая? Так, это Ро 16, последняя Бу-1 стадия у нас, соответственно. Сейчас я вам покажу сетку. Так, вот такая вот у нас сеточка. Вот Блай с артом, револьвер с Тейлсом. Кас еще тоже там живой в сетке бьется. Вот, ну что, будем продолжать смотреть. Главное, чтобы Блай дальше проходил. Арт опасный очень просто. Он только... Он выиграл Лейзера. Либо Лейзер ему отдал, я не знаю, тех победу. Что они поляки, может, потому что он играет что-то сейчас сразу же. Вот, я не знаю, как там было. Врать вам не буду. Так, погоди секундочку. Так, все, контрола буду ставить, не забывать. Чтобы вам удобнее смотреть было. Это не контрола. Так, интересная стенка здесь прям на лоу-граунде. И пилончик кибернеточка. Есть вариант с пилоном здесь и тогда. Два гейта и кибернетка как раз влезают.
Так, дома сегодня, понял. Сегодня не знаю, в общем, отпишу. Потому что сегодня будет стрим, походу, долгий достаточно таки. Посмотрим, что там как будет. Разведал немножечко адептом. Сейчас ар. Блайчери с муфлингом, муфовером играет. Ну, муфовером, правда, не, мягко говоря, не самый ранний здесь муфовером. Так, линги убегают мимо адепта. Муф готов. Можно сваливать подальше. Ну, оверок разведанный, в принципе, интересно, но Ксилнагу была не контролит, это очень большая ошибка с его стороны, потому что прямо через Ксилнагу этот, собственно, оракул вперед лететь и собирается. Хотя, вполне возможно, арт еще по другому направлению полетит. Вообще-то овер залетает, но поздно он реально залетает сейчас, поздно. Ой, арт прямо через линга пролетает, сейчас выдает. Бла это спалил, отреагирует ли он вообще на это? Но теперь он и Старгейт спалил уже, на спорки ставить. Бла реагирует моментально просто. Это очень хорошо, что так он быстро среагировал. Сейчас Оракула в очередной раз увидит и, возможно, ничего не убьет. Так, Крен, нет, вчера я ничего не смотрел. Потому что вчера я отдыхал. Не отдыхал, но был за грибами, в деревню уезжал. Вот. Ну, говорят, да, что Нер вчера неплохо отыгрывал. Правда, я не знаю, где он там играл. А, на этом Шауткрафте. Ну, корейцы просто к онлайнам всяким могут относиться не с полной серьезностью, во-первых. Во-вторых, все-таки это онлайн. Поэтому я бы не стал бы, как бы, на это прямо делать все. Акцент какой-то, но очевидно, что нерв силен, и вообще сейчас как бы появилась мотивация у некорейцев хотя бы трениться нормально и побеждать, поэтому вполне возможно, что мы увидим интересные далее моменты. Теспака будет интересно, возможно, даже. Может, и на Близконе что-то там сможет показать. Всем привет, Саунсбёрд, да, конечно же, сходил на выборы. Так, ну что, что-то у арта больше лимита, чем у Бла, я такую картину наблюдаю. А еще я наблюдаю какой-то спешл, мягко говоря, тактикс. 4 старгейта, масс ораклы сейчас строятся. Ну, с масс ораклов-то на что-то надо будет съезжать у нас с арту, потому что Бла уже гидру пилит сейчас. Уже он пилит гидру, реально. Это гидролинга-беллинги будет у нас стиль. Так, королевы тут бегают, скриптумеров достаточно много. Лингамен будет Блай камни сгрызать. Да, сгрызает камни, ядру показывать не обязательно абсолютно Блаю. Да, он, собственно, ее и не показывает пока. А гидры строится реально много. Что-то Блай как будто откуда-то знает, как играет арт. Читает он, в общем-то, его. Либо просто бил, совпал. Так, ну вот сейчас показал гидру, можно было бы не показывать. Ну, френч сейчас доделывается. Что, доделался грейт, Блай вперед двигается.
Сколько гидралисков? 14 штук. Ой, там 10 оракулов. Они разорвут этих 14 гидралисков. Но, по крайней мере, Блай поймет, что там происходит, и это факт. Мазеркур моментально минус. Уверчажи отменяются, это называется. Маз там беллинги морфится. Заходит гидра, оракулы дэмэдж вырубают свой. Просто разрывает здесь гидру, всю хлам. Беллинги идут вперед. Пытается отбиться просто. Как оракулы гидру вообще просто бьют больно. Четвертый Нексус здесь, ринги забегают еще раз. Нужно не давать, в общем-то, какие, ну, вот когти у Блая, вот эти стандартные для Линга Бэйнов, а надо бы на гидру грейдов каких-то сделать сейчас бы. Атаку, может быть, я не знаю, этих грейдов нету. На третий три фотоночки. Ставит еще одну просто для надежности. Все прикрыто замечательно. Здесь прилетают просто ораклы, пытаются, что они тут на второй базе пытаются, да? Нет, они не пытаются, но ревелейшн кидается. Так, шпиль пошел у Блая. Шпиль зачем? Ну, понятно, что оракулов, чтобы сбить, но... Интересно, какой-то стиль как бы сработало, ведь что самое интересное. Так, секундочку, мам, наверное, приехала. Так, ребят, все, я здесь, прошу прощения. Так, здесь карьеры уже пошли, что самое интересное, четвертый Нексус просто спокойненько сейчас занимает, контролит все, если сейчас успеет отстроить арт карьеров, там штучек, наверное, я не знаю, 6 хотя бы, или даже 4, уже будет напряжно. Да, чтобы было. Ну, вот чем Блай выходить сейчас, пока не бля. Блай делает карапторов сейчас. Зачем ему ка. Ну, карапторы. Не, карапторы интересно, но бы по. Можно было попытаться гидро, мне кажется, по земле выйти. Было бы интересно же. Здесь поля грейд. Плюс один на воз, плюс один давно уже можно было сделать на самом деле. Так, тут по центру была гидрой гуляет. Еще караптор строит, еще гидру. Ну вот сейчас тайминг. То есть сейчас у Блая будет карапторов 15 штук, 18 гидралов, 5 королев. И сейчас ему нужно обязательно идти вперед. Потому что как только будет много здесь карреров, он ничего не сделает вообще, ничего. Понесу. Пока карреров немного, пока можно убить мух, там это все будет пробиваемо, в принципе. Тем более, вроде как и лимит более-менее у Блая присутствует. Он там оверов там больше, чем вообще лимита настроил сейчас. Так, можно попытаться на зеленочкой залить Нексус, например, с этих с карапторов. Но пока Блая вообще не спешит ничего делать здесь. Чуть он стоит вообще на месте. Ну, Беллинги на четвертую заходят, среагируют. Да, реагирует арт, неплохо реагирует. Блая видит карреров прекрасно сейчас. Всех. Без карапторов идет вперед гидрой. Что он делает вообще, Блай? Ты что творишь-то? Сейчас гидру до карапторов прилета будет уничтожена. Вся вообще в хлам. Ну что ж такое-то, Блай, ты творишь-то? Ё-моё, гидру всю потерял. Вот это называется, как можно отдаваться просто. Знает, что миллиард карапторов здесь есть и куда-то лезет, Блай. Все, сейчас карреров будет такое количество, неубиваемое. А, уже все, уже 5, да ну, здесь уже 5, сейчас, во, ё-моё. Они прут и прут, 7 карреров уже у оппонента Блая, и они уже будут сейчас крайне тяжело убиваемые по земле. Вот меня поражает Блай просто.
Масит гидру, два когтя сделал на лингов, закажи ты плюс один, 100-100 ему на рейнджовую атаку. Пусть они мух хоть там лучше сбивают, вообще атаки побольше, чтобы было. Ничего не делается такого. Карта не отменяется, гидра здесь тупит что-то. Много сейчас карактеров у этих, тьфу, оракул подрезал, конечно. Ну, просто сейчас добавят еще в микс несколько грелок, и вот это уже вообще не убьют. Еще мазершип сделать, как бы, и все здесь. Я не знаю, 8 карреров, если это реально, ну, 9 сейчас будет. Два оракула осталось, как раз ревелейшена, больше, собственно, и не надо. Блай делает хайв. Экономики у Блая не очень, ну, не очень жесткая экономика у Блая сейчас. Так, может зеленочкой попытаться, да, что Блай пытается сделать. Здесь карреров миллион, Блай это видит прекрасно и видел все штормовиков. Ой, это еще все со штурмом будет, это вообще просто. Это и без штурма, это напряженный микс такой, потому что я стараюсь сейчас вот вот вообще без шторма армадой напасть да убить, как бы, а здесь еще и со штормом все это будет. Это катастрофа. Так, и дарки есть у Арч, самое интересное. Что-то у него вообще все есть. 187-63. Но я чувствую, сейчас просто скоро вперед пойдет. Мазеркор есть вообще. Да, есть мазеркор. Ну вот ошибка не делать мазершип. Делал бы мазершип, вообще бы был бы молодцом. Убивал, Блай, тут еще пару оракулов. 14 корабтеров, 14 строится, 28 корабтеров будет, но кажется, Блай не знает, что вот это все дело, которое сейчас у Кросса есть, а здесь и грелок уже, смотрите, оно просто корабтерами не убивает. Это самый худший юнит, который можно придумать, чтобы вот это убивать со шторма, корабтер. Если еще и мазершип, то есть просто одну букву нажать, грелком разогрев, а клик, не, ну шторм еще покидать, конечно. И там просто они склеются в секунду битвы примерно, я не знаю, моментально просто. Так, еще архонов тут просто посливал. Не, ну архоны здесь вообще не нужны особо, здесь просто шторм нужен. Полей два грейда, хотя с двумя грейдами на поля, в принципе, они жирные очень, как бы, и... Может и будет от них толк какой-то. Так, Блай тут бегает рядом с архончиком с этим. Микоз есть, да, ну а что Микозом хочет Блай сделать? Добрый... Ой-ой-ой, инфесторов он хочет отдать, Блай, вот что он хочет Микозом сделать. Так, здесь Дарк еще бегает. Подрезал Дарка, наконец-таки, Блай. Идет вперед Арт, вот элементарный сплит всему голова, он знает это золотое правило. Просто надо сплитануть юнитов, чтобы все не Микоз, на Микоз не попало, и все. Какие-то бейлинги там, че, куда они нужны? 24 бейлинга. Да, там есть земля, но... Ядра на муви ходит, контролю. Блаю не хватает рук сейчас, это видно просто. То есть, вроде как замикозил мух, нужно послать было гидру через оклик вот сюда, вот, чтобы она убила их. Она ушла на мую туда. Корабторы вообще как бы там непонятно, что делать. Так, пошли штормы. Так, тут беллинги взорвали шторм хотя бы, это неплохо. Собирается Блай драться, но я говорю, посмотрите, что здесь сейчас грелки сделать. Еще бы грелок за карреров отвести, чтобы они... Ну вот, вот, это то, о чем я говорил, ребят, давайте потери глянем. Просто за одну битву сразу там потери в пользу Кросса там вообще нереально становится. Опять Микос пошел, корабторы уничтожаются.
Ну, это минус Блай, очевидно, вполне. Паразит-бомба не работает против этого тоже. Потому что здесь в основном карреры и грелки. Ну, можно и карреров закидать, но увидели. Сплит был, как бы, и понимал Зерк, что... Просто, точнее, что микосы, вот эти паразит-бомбы, это, в принципе, единственное, что может остановить его, как поэтому сплетанулся немножечко и все. Я не понимаю, что здесь хочет Блай, как бы... Здесь уже давно-давно ГГ, а сейчас-то и подавно. Ну, давайте грелок карафлик убиваем. Минус, все, минус Блай. Так, что же у нас по сетке? Револьвер с Тейлсом там бился, возможно, он победил. Ни хрена непонятно, победил он там или нет. Кас с Соулом бьется. Кас в игре. Прикольно будет, если револьверчик победил, посмотреть револьверы против арта. Ну, пока я не знаю. Так, сейчас еще раз сеточку обновлю. Так, нерч против шатдауна, он может за Варди последить. Он тоже там стримит. Рева Тейлс разорвал роучами. Ну что ж, отлично. Значит, мы Рева Арт посмотрим сейчас.
Ну, возможно, и лейзера как-то так арт также и убил, потому что все-таки билд неожиданный достаточно получался, получается. Не берусь утверждать, но возможно, что так. Я уже понял, что в курсе. Видимо, Рева пытается выяснить, как же там арт все-таки Тейлса убил. Ой, арт убил этого лейзера. Ну, а мы пока ждем их игру. Его арты ищет. Надеюсь, он его сейчас найдет. Так, ну чё-то чё-то не понимаю, что. Так, ну что, если Ревчик арта затащит, то он уже будет в полуфинале, да, получается. А полуфинал это уже очень хорошая такая стадия. И Лайф, между прочим, с Кассом бьется. О как. Ну, Касса пока нету. Кассу удалил. Касс, смотрю, тоже поднатренился, хочет, видимо, на отборочных хоть хорошо сыграть. Ну, это будет 3 уже, в общем-то, будет. То, что сейчас Рева будет играть, то есть у него будет право на ошибку все-таки.
Долго что-то они черкают. Так, точно, надо Даше позвонить, потому что сегодня я еще не звонил. Ну что, ждем начала. Арта револьвера. И это Бутри, я напоминаю. Первый четверть, точнее не первый четвертьфинал, это четвертьфинал просто. Другие четвертьфиналов бьются сортов против Оптимуса. Сверху вниз сетку перечисляю. Нерчу Шадаун. А вот другая часть, которая составит другой полуфинал победителей Арт Рева и Life Cast. То есть два игрока у нас из СНГ в нижней части сетки присутствуют. Посмотрим, что... Что-то... Куда-то револьвер ушел. Что-то Рева в какой-то игре. Рева смотрит репку от Блая. Ну, пусть посмотрит. По-моему, там все предельно ясно было. Хотя посмотреть более точные тайминги можно. Все, пришел револьвер, посмотрел репку, видимо.
Так, Ревос Блайм контру придумывают репки, смотрят. Ну давайте посмотрим, будет ли вообще арт так играть. Сейчас я на секундочку встану, просто вернусь через секунду, подождите. Так, привет, рептилоид. Я никакой не убийца, я со дружбу. Я просто контра к рептилоидам, контру ищу. Вот. Ну что, ребята, вторую Рева спокойно поставил, ставит третью, пока все четко достаточно отыгрывает. АПМчик 240, там 200 тоже 40 примерно. Почти один в один АПМ. Это Каракурт, все хорошо. Всем привет, ребят, все вроде неплохо. И кто ты, Чарлик? Накосячил сегодня? Че в лес-то не пошел со мной? Морозился. Иди сюда. Подвыбесил меня Чарли сегодня. Пошел с утра в лес в деревне, побежал гонять котов, ему. Я потерял 15 минут, искал его, где он, блин. А он там котов щемил, ему, котят. Вот. Пришлось отшлепать его. В итоге обиделся, забоялся, загасился дома, вообще не пошел. Ну, может, так и надо, потому что я там в такие дебри ходил, что вообще, блин, дичь полная. Еще и подзаблудился. Ну что? Арт на третий, Никс выходит, у Ривы третья карта, Клэр пошел, что-то раскачивает, все парабан, в плюсе как бы и Клэр достаточно ранний, что это будет, ранняя гидра мне интересно или что-то другое. Но вообще, я думаю, в такой ситуации ранняя гидра имела бы место неплохое быть. Так, вот сейчас, вот сейчас, нету ни спорки, ни уверсира, правда Лэр будет очень скоро готов и... Так, ну вот если сейчас Рева отреагирует, Уверсира морфанет. Вот сейчас два дарка на третью приходят, на Уверсира начинать морфить. Видит Рева прекрасно этот врыв. Минус хата, 100% расклад. Это минус хата, 100% расклад. Хотя нет, посмотрите, Уверсир-то доделывается. Может быть и хватит дэмэджа, чтобы хатку отбить. Нет, не хватит дэмэджа, чтобы хатку отбить. Еще и все дарки садятся и улетают спокойно. Еще и мейн будет напрягаться сейчас очень сильно. Неплохое, в общем, неплохие действия сейчас со стороны арта. Два архончика сливать. Сейчас будет Харас с архонами. Так. Можешь не стесняться. И спрашивать. Да. Вот. Все элементарно. Если одевать два уха, ты не будешь слышать себя, как бы, и будешь орать просто. Чтобы удерживать нормальную громкость голоса, в принципе, нужно одно ухо снимать. Потому что очень тяжело. Иногда, когда в ушах, в пылу комментирования, в общем-то, какие-то моменты жесткие происходят, и так-то повышается голос. А с ушами там вообще жестко. Может,
Ну что-то захарасил Реву сейчас арт. Правда, у Рева очень-очень скоро будет роучи. И много прямо, реально. И он пойдет вперед. Это будет, может быть, больно для Протоса. Хотя здесь два Эмморта уже будет. Нет, по-моему, здесь как-то арт уже подзаконтрил-то вот это все дело. 62-37. Вот Реводжеров бы побольше Реве сейчас. Я думаю, было бы лучше значительно-то все. Плюс часть приходится оставлять здесь. Пять реводжеров. Ну, тарт сейчас, смотрите, сейчас вот это абсолютно арту не на руку, то, что сейчас происходит, что именно. Он идет в размен, и Рева может этот размен выиграть. Почему? Сейчас сразу же третий Нексус минус моментально, то есть Рева очень вовремя в размен приходит. Нексус я бы минус, ну, саплай блок будет, оставь хоть пару лингов, кстати. Что-то Рева побоялся пару лингов вставлять. Здесь налом пошел, Рева все идет вперед, надо дронов несколько просто увести, это вообще нормально можно наломиться. Так, кибернет подрезает Рева все-таки в итоге. Оверсира терять нельзя, можно вернуться и попытаться отбить вторую свою базу. Овера вроде как Рева отводит, здесь агрессивные подблинки идут. Линги, роуч подходит, арт заходит на рампу сейчас, ё-моё, как на... Реводжеры где-то сзади вообще находятся, оверы падают, саплай блок сейчас будет неприятно. Приятно. Нужно по фаербулу. А тут не зайти, не зайти здесь будет. Считаю, что нужно было Реве идти в размен. Но тогда бы могло произойти следующее, если бы он пошел в размен. Просто зерг бы, просто точнее, у него микс лучше. У него энергия у центре есть. Он просто бы где-нибудь здесь бы на рампе бы отбивался бы и все. Но если бы хату где-то Реву запилил, то может быть и нормально бы все было. Причем сейчас арт даже... Контря размен, вот, посмотрите, где Нексус запиливает. Попытки законтрить размен. Улетает Эмортл, уходит несколько юнитов у арта. Рева еще все еще живой, по боевому лимиту все еще в плюсе. И две базы ситуация. Так, своих дронов не надо заплевывать. Они спасибо не скажут. Immortal плюс Архон здесь сидит. Ну, ё-моё, куда ж ты там отменяет? Хорошо, хоть отменил. Можно было бы еще сейчас и не успеть отменить. Так, Архон Эмортл все еще летает. Ну тут уже все понятно, 130 на 100 по лимиту, и здесь уже ничего встало, я не понимаю, что ждет девальвер, непонятно. Попытка тут лингами. Вот третий Нексус, значит, Протус уже добывать. Прибегает Рев, увидит, что здесь Нексус есть, но он ничего не сможет здесь делать. Хотя деп минус что-то касса стоит. Дарки сейчас будут биться, все в порядке, в общем. Призма все еще летает. То, что удивлен я был, то, что мне поскидывали скриншот, что револьвер моим никнеймом пользуется, чтобы в турниры попадать и вообще как бы сделал себе левый аккаунт. То есть вы там, если кто смотрит, держите в курсе, если еще раз опять такое повторится, потому что я сказал, что для этого нужно предупреждать как бы и спрашивать разрешение. Вот если этого не будет происходить, то
придется по-другому действовать. Так, 15 релоджеров добавляется. Они просто искать, писать. Филды выпиливаются. Ну, тут слишком много пропуска. Это, конечно, ЖГГ. Ждем второй игры. Сейчас я подойду, ребят, перекусить надо быстренько. Вообще ничего сегодня не ел, из деревни приехал. Буду в игру пока попадать.
Так, ребят, простите меня, скушал два бутерброда, не хотел жевать на стриме. Вот. Ничего сегодня вообще не ел. Абсолютно ничего. А не вру, чай пил. С утра в деревне, но после кислорода, после леса, тем более приехал домой, как бы. Вот. Хотелось перекусить. Все, Мазеркор прилетает. Здесь плетка Мираж идет. Любимый револьвер Облаевский. Вот, надо ставить плетки просто и все. Я не понимаю, что так долго Рева это делает. Кажется, ставят, потомки не успеют. Точнее, достроятся-то они достроятся. Но здесь абсолютно достаточно юнитов, чтобы все это уничтожить. И плеток достаточно. Так, лингов нужно отвести. Плетки, конечно же, разрывают просто потомки. И это для арта крайне печально. Я думаю, что это 1-1 даже здесь идеальные ситуации для зерга просто не придумать. Здесь всего предостаточно. Так, криптуморы вперед двигаются, плеточки вперед двигаются. Накидываются на пилоны рева. Ну вот сверху оверчаж даже уже не надо отступать, здесь все упадет просто и так. Да, все здесь, собственно говоря, и падает. Линги прогрызают все просто. Мазеркур еле уходит, даже не ушел он. В итоге варп не доделся буквально пару секунд. ГГ пишет. Арт это 1-1. Ну что же. Хороший ответ, очень хороший ответ. Исполнение, ну понятно, что этот билд Рева с Блайм знают просто идеально. Тренят, затачивают его, как бы, и исполнение на высоте, и ситуация подвернулась такая, что там... Неверное, впишут верное, не надо мне флудить. Вот, и вписали неверное, значит впишут верное потом. Что тут говорить-то еще? Ну что, ждем третью решающую, пока там Каз бьется с... Или уже побился там Каз. Сейчас обновлю, посмотрю. Щенбутеры, тупо хлебушек с сыром, тупо. Больше особо нет ничего. Почему 2, а не 3? Потому что съел 2, а третий лежит справа. Не успел пока. Вот. Все, наконец-то там какой-то хост создан. Так, ну тут уже порядочное общество. Спектаторов, обсерверов, комментаторов. Сверху, кстати, Гранерч убил Шадауна с Ортуг Оптимуса, там ЗВЗ у нас. Ну только вот в этом полуфинале будет либо во втором полуфинале будет либо ПВТ, либо ТВЗ. Что арт Рева ПВЗ, а там и лайфкаст ТВТ. Ну что ж, будем пытаться прорваться. Так, не начинает, как раз таки третий пока добью. Бутик.
Все, ребят, дело сделано. Давайте игру смотреть. В этот раз нету Раша плетками. Здорово, Акирыч, грибы. Есть в наличии, очень мало. Засушливая сейчас погода пошла. Предыдущий раз ездил, наоборот, как-то сверх сыро было. Вот, ну уже такие, то есть, как бы молодых мало. Подосиновиков таких вот всяких, подберезовиков. Белого вообще ни одного не нашел. Крайне мало. Лисички, соленые, солоновики вот эти. Ну так, наверное. Но еще пару литриков засолить точно собрал, как бы. Почти этот, корзину, как в прошлый раз. Ну там так, конечно. Честно говоря, этим летом я опять все просрал, когда были моменты. Ну хоть два раза съездил, то хорошо. Вчера вот неплохо походил, лесу там много черники нашел, черники пожрал, хоть посидел маленько. Так, Наргил, чисто технически найти реплей рашплетками. Чисто технически ты можешь мне разве что на мыло написать, какое и в описании канала, вот, собственно говоря, присутствует. И я тебе его могу скинуть, если тебе вот прям сильно надо он, вот. Блин, опять я, короче, обещал выложить все репки, но опять ни хрена не выложил. Ладно, как-нибудь все-таки я обещаю, что заморочусь. А уже смысл, если я до Близкона не заморочусь, тогда и смысла нету, как бы. Короче, на ближайшие дни так заморочиться. Сейчас уже я выложу супер там архив репок миллион, а толку-то скоро выйдет новый патч и все поменяется. Ну что, ребят, здесь скорость атаки адептом. И плюс 2 гита добавляется, то есть 3 гита будет. Сейчас будет, наверное, выход в Нексус через такой билд. Ну, это стандартный, примерно, ну, обычно такой билд используется, да, для выхода. Так, масс-дроны здесь. Как же опята? Грузди это и есть, слоновики. Вот, груздей крайне мало, хотя вот сейчас из леса выходил, когда сегодня нашел немного груздей, как бы, но они уже тоже старые все в основном были. Ну и счастье еще можно что-то взять. Опята вообще, как бы, я их не беру никогда, потому что я особо, ну, не хочу с ними связываться. Надо попробовать как-нибудь будет, ну, вот, просто обычно, как бы, не знаю, всегда без опят всего хватало, опят такие стрёмные какие-то грибы, вот. Тем более я просто из-за того, что их никогда не собирал, ну, боюсь, что какие-нибудь ложные, может, наберу. Вроде нормально все. Подберезовик, ну подберезовик не самый худший вариант, но я как бы не только ради того, чтобы там засолить что-то езжу, а для того, чтобы просто покайфовать. Когда находишь такого подосиновичка на жирной ножке или беленького, ох, или рыжиков, ой-ой-ой. Ну вот в этом году вообще я только одного чистого рыжика нашел, но как пару лет назад, или даже три года, нет, наверное, два года назад ездил, словил момент, когда вот у нас в лесу там есть места, где рыжики растут. Ох, их там порядочно было очень даже. А это самые грибы кайфовые. Ну что, Мастроуча от револьверища идут сейчас. Я пока про грибы рассказывал, профукал момент. Просто 29 роучей двигается вперед.
И просто нечем Зергу их, ой, Процу, простите, отбивать. Он уже сваливает отсюда. Две сентри за залп. Смотрите, как фокуснули. Прикольно. Роучами фокуснулись. Так, отменяет что-то Реводжера привали. А что он отменил-то? Я чуть не понял. А, ну и Феникс все поднимут. Ну да, наверное, верное решение отменить было Реводжеров. Почему? Потому что Фениксы бы их подняли, и только ресурсы бы зря потрачены были бы. Так, Оверчаш выставлен очередной. Нужно заходить внутрь. Так, пилон подбревает, Рево. Нужно еще один пилон сбривать. Нужно... Че он тащит? Тянет время-то. Че за беготня взад-вперед-то началась? Так, часть рингов, конечно, на третий Нексус надо сейчас направить. Надо Роба обязательно добить до того момента, как из него выйдет Иммортал, иначе будет больно. 108-102 по лимиту. И кажется, Рево справляется здесь с задачей или нет? Так, ну на третий Нексус точно упадет. Надо сконцентрировать удар на Нексус именно, что Рево и делает. Второй Нексус тоже падает. Делает одну грелку Протс. Ну а что она здесь, эта грелка, зарешает? Что, неплохо атака кончилась, но рабочих 50 у Протса осталось, это что-то очень много. Но тут уже гидра пошла, в общем-то, и как-то. Опята вкусные, их только чистить долбаешься. Ну, опята, я так понимаю, это такие ребята, которые из стволов там старых растут, из пней, да, такие они с сеточкой, короче, такие желто-коричневые, да. Я потому что их очень, ну очень много их сейчас опят, конечно, я видел, если это они, вот. Лучше вложить в суп или в пюре. ГГ пишет Арт, понимая, что здесь не вытащить, красавчик, ревчик, полуфинале его посмотрим. Увердоса спросил, он тебе просто в рот насыт, как бы, ну, не надо ничего. Не надо ничего в пюре. Так, а что у нас там? Касса Лайф-то. Элайв касса победил. Ну что, сейчас эпичное противостояние Ревы против Элайва будет. Ждем, ждем, ждем. Надо будет прочитать под опята. Про опят. Ну, кстати, еще время, в принципе, я в прошлом году, по-моему, я в октябре даже ездил и еще находил там счеты. То есть, если сейчас как-то пойдет дождь и тепло будет, я думаю, еще волна грибов, в принципе, может. Так, повтор. Сейчас, чтобы не забыть, сразу тебе скину тогда. Ну и ждем Ревы против Элайва. Пользователь LogDoc активировал премиум на ваш канал. Так, ну фактически в прямом эфире ты все получил. Вот, спасибо, LogDoc, спасибо всем еще раз за поддержку. Ждем Ревы против Элайва. Это будет интересно, безусловно. А что у них чистить-то в опятах? Там вроде как и у них и чистить-то нечего. Если вот это они, там же они с сеточкой, они же не, ну, не пористые внизу.
Вот, кого действительно задолбаешься чистить, это маслята, как вот, очень прикольные такие грибы, вот, но, блин, они, у них руки черные, их просто, вот эти шкурки сверху снимать, это вообще дичь. Но в этом году я вообще их не словил, сейчас ходил, все вообще уже червивые в мясо, как бы вообще, вот. Так, наргил, да не парь, не надо банить полностью, я за твичом слежу обычно, народ там не дико много, если дурачок попадается, я его выпиливаю сразу просто, вот. Ну, соответственно, этот, я вообще не понял, о чем тот чел писал. Так, лайва с лейзером, когда я стримил, 16-го СГЛ. Сейчас я... Так, скинул рефчику реплейки с... с Америки. Но я насколько помню, что там Alive просто раскумарил лейзера как бы вообще в хлам. То есть я даже не знаю, можно ли... Ну, хотя билд-то можно посмотреть, польза в любом случае будет, но я точно помню, что просто растевал их.
Так, Крипсерфер, в описании, да, есть группа, да, есть группа. Вот. Так. В Алматы собираю видов столько страшно кушать. У нас тоже очень много грибов всяких, как бы я... Ну, я большинство видно, что шляпа, как бы, да, там растет уже, я даже знаю, как бы, но даже, ну, тех, которые есть, можно, я часть не беру. То есть, например, те же, вот о чем мы говорили, опята, как бы, я их вообще не это... Не брал. Погодите, там и лейзер одну выиграл, одну проиграл. Погодите, а кто и лейзер-то развалил-то в мясо? И лейзер Кина, по-моему, не развалил. А, ну или да, а. Все, да, понял, да. Так, вот фиолетовые такие я как-то скидываю, что у нас точно видел, как бы. Вот, а предыдущих не видел. Ну, кстати, по виду-то он ни хрена не съедобный. Стрим из леса, но если был такой интернет бы, то изи как бы. Ну, я, кстати, очень мало вот таких фиолетовых видел. Малоизвестный съедобный гриб, но лучше их не собирать, написано. В Псковской области нет, но я точно такой гриб видел. 100% я видел такой гриб.
Кассы лайвстрим. Кассы лайвом уже отыграли, если что. Сейчас револьверчик будет с лайвом биться. Вот. Что-то я посмотрел про грибы, мне опять в лес захотелось. Наверное, еще поеду. Как дожди пройдут. Так, ну что, захожу на хост. Репчик что-то там создает. Читал про этот гриб. Вот, написано, что много подвидов. Чел там в комментариях пишет, и большинство из них вообще ядовитые. Так что, как бы, думаю, не стоит. Так, по запаху я тоже, да, многие грибы. У съедобных такой грибной вкус, а у несъедобных он какой-то... Такой, я даже не знаю, как описать, такой затхлый, что ли, какой-то, я не знаю, вот такой вот привкус на запах. А, например, солоновики, всякие грузди, они тоже горькие, например. Ну, грузди, понятно, их отличить можно, а вот остальные не знаю. Голкдог ходил голосовать. Так, Энигма. Зачем стримить? Ну, какой бы ни был револьвер, все-таки он из России. Вот. Во-первых. Во-вторых, мне не жалко репок. Пусть как бы с какой бы репутацией не было, если он будет тащить, как бы я не против, да. Но это не отменяет, да, все проделки там и так далее. Ну, всегда есть момент, когда вот Нерч, например, раньше тоже бомбил постоянно. И сейчас у него горнет иногда. Но никому не БМит, ничего, все нормально, как бы. Так что я думаю, тут париться не надо. Сатанин. Белые. Опять единственный гриб, который люблю жареными белые. Я вообще не понимаю, столько в суп. Не знаю. Белые, по-моему, как бы в порядке везде. И в суп, и картошечкой. И, ну, смотря кто как жарит еще. И мариновать. А вот, кстати, можно ли мариновать опята?
Тогда, может, я как-нибудь будет время сгоняю, если увижу. Вот. Что-нибудь пособираю там, может, на маринад. Так, ну что? Прилетает Рипер. Одного дрона убил немного, но какой беспредел навел. Рабочие не добывали. Спорка, плетка, потери. По минералам просто 74. Неприятно как-то. За ЛДПР. Что, я дурак, что ли? Ладно, не будем разводить это все дело, в общем-то. Политоту не разводим. Предупреждение устное. Потому что добром это не кончится. Для политоты отдельные стримы надо делать. Фановые какие-то. Можно. Ну, если мариновать можно, значит и солить можно. Потому что как мариновать, как бы я не знаю. Мне, ну, напряжно это будет первый раз делать. Вот. А солить как бы на изичах могу. Вот. Выглядит неплохо. Ну что, идет прессинг от Элайва с хелбатами, ребятки. И я проморгал вообще этот момент. Рева играл не через роучи, бейлингов нет, то это минус Рева, похоже. Элайв делает очень больно сейчас. Ну, очень больно делает Элайв. Еще и Рипер до сих пор жив, и до сих пор он стреляет. Плетка готова, плетка начинает открывать. Ноль юнитов убито у Тирана. Ноль, вот первый хелбат только сейчас упал. Второй хелбат где-то там упал, или это Гиллион был, третий. А до этого 0 юнитов было убито. Ну и до сих пор, посмотрите на потери, ну это же просто жесть какая-то. Честно говоря, это вообще жесть. Есть Спайс Мухамуров, прикольно ли в StarCraft играть, потом поганку бледную с Хавой. Я думаю, приколишься вообще нормально, кстати, привет. Вот. Искатель говорит, Рива играет, но нас больше не интересует, можно ли мариновать опять, а лучше и придумать нельзя. Вот. Одно другому не мешает. Лайф уже Реву только что замариновал, а мне надо вот выяснить, можно ли опята мариновать, например. Точнее, он его не замариновал, он его хелбатами зажарил. Мариновать это когда долго дропаешь, там туда марики, сюда марики, и медленно маринуешь его, короче говоря. Соленые невкусные.
Кстати, ребят, мне, я из Москвы, Илюха мне подогнал плакат прикольный, привез. Вот, надо найти место, куда его повесить, сейчас я вам покажу. Вот, надо три таких плаката, я думаю, как бы, и тогда еще гол и вот. Вот, ребят, если у кого есть, можете подогнать, как бы, и будет прикольно, да. Ну, потому что один такой стенку не закроет точно. Пахнет хорошо, конечно, бумага это. Уже помялся маленечко, надо побыстрее. А, у меня еще русских витязей есть календарь, ну, там много в нем страниц. Да, ребят, не надо спойлерить. Почему? Потому что... Задержка у нас есть, как бы, а у Ревы задержки нет. Кто хочет, смотрите ФП. Вот. Одно другому не мешает, но не надо спойлерить результат. Ага, Нерч уже в финале ждет победителя, в общем-то. Револьвера против Элайва. Ну, полуфинал это уже результат, но, к сожалению, за полуфинал нет призового, а за попадание в финал уже хотя бы 50 евриков есть. Картошечкой зажарил. Да нет, там такая зажарка была, знаете, типа как на сковородку без всего кинул, уже только дымок идет, гарь. Блин, ну, проморгал, короче. Переборщил, пережарил даже как-то, ну. Погорело все, короче. Ну, зергов так и надо. Вот, а грибки так не надо. Так, кстати, секундочку, сейчас я спрошу кое-что. Улучшение завершено. Смерть на пороге. Эсэп готов. Пристройка завершена. Так, все, я здесь, ребят. Так, ребят, ну все, теперь на... постримил чатик, посчитал, экспертом по опятам стал. Все, короче, после стрима, блин, ну 440 рублей заработал. Не хватит на обратную дорогу, только в одну сторону. Вызываю таксо, короче, еду за опятами. Ладно, шучу, ребят, по поводу там заработал того. Все равно это не забрать сейчас, но канал мой поддерживайте, естественно.
Отблоки, отключайте премиумы по реквизитам описания через плеер. Ранний Steam в этот раз, это лайва. Ну что ж, посмотрим, каково будет исполнение. Пока что только Рева потерял одного дрона. А где там Рипер где-то должен быть? Вот он стоит, контролит все. Ну, сейчас, блин, четко очень все у лайва. Я не знаю, как они, неужели скорее такой пинг адекватный, что прям вот так вот четко отыгрывают. Так, деваки забыть, надо грузиться. Вот полетел Таяма, просрал буст весь. Ну ладно. Мог этот дроп уже вот здесь вот где-то быть, и это было бы большая разница, я вам честно скажу. При вот таких билдах ни одной секунды терять нельзя, но я думаю, что для корейца и так нормально все складывается пока что. У Ревы так, у Ревы Линга-Беллинги, он прогрызает камни очень вовремя, у него хата, макрохата, 1-1, почти готовые грейды. Пока все выглядит очень-очень даже неплохо, именно в плане билда. Ну, хотя по лимиту стоит Рева немножечко, но отбиться есть чем абсолютно здесь. Ой, как разбросало лингов, но Мариков своих тоже продемеджило лайф, вот. Так, ну что, не получилось убить. Зададим им жару! Так, выдвигается лайф с геликами. Посмотрим на здание. Армори. Опа. Марика Хелбата пуш. И здесь камни как раз пробиты. И лайф понимает, что сейчас хоп сюда придет. Он и очень неплохо ударит в этом направлении. Марики уже вообще со щитами. Стимпачицы идут вперед. Хелбатики тоже вперед идут. Линги у Рева есть. Беллинги без мува пока что. Если будет хороший сплит, будет больно, скорее всего, Реве. Сплит очень даже неплохой. Хелбаты живут здесь. И марики живут. Часть мариков, правда, окружена. Нужно бы их увести было бы. Ну, нормально. Рева отбивается. И, кстати, по лимиту в плюсе. Но вот уже косяк гигантский в этом всем деле. Нету лейера и 2-2 никаких не будет. То есть это, ну, 10 ресурсов предостаточно, чтобы это все делать. Ну, как-то втыкает револьверчик. Не знаю, почему. Не, ну можно сказать, что это билд, так и должно быть. Блайва точно так бы сказал, ну, это билд, все рассчитано, как бы, ну, дрейды не нужны там и ничего не нужно. Ну, на самом деле, как бы, пока что замечательно по экономике, по лимиту неплохо, по боевому, но нужно закреплять сейчас. У корейца будут такие же грейды. Все-то он двухбасовый прессинг тут, между прочим, демонстрирует, если тупо, как бы, его, ой-ой-ой, тут как не вовремя Рева убегает. Куда ж ты побежал, Ревчик? Ё-моё, заходит кореец на халяву, на ХГ сейчас. Линги где-то сзади там. Часть лингов вообще на муве сливается. Как же туда зайти? Беллинги позади. Ещё и беллингом покатушек нету. Ё-моё, просто на ровном месте сейчас кореец преимущество получает. Загружается, частью мариков улетает. Колбаты тоже здесь неплохо воюют. Хорошо, хоть хатка не погибла. 46 лингов еще заказано. Может быть, дроп сейчас в третью хатку. Хелбаты дропаются неплохо, марики тоже дропаются. Блин, какой кореец наглый, и все получается у него, что самое главное. Ну вот, наконец-таки пошли 2-2, вот, наконец-таки лейер готов. И что самое главное, погодите, а нафиг ему второй армори, у него уже было одно уже. Или оно где-то уничтожено было? Оно где-то было уничтожено, судя по всему, это армори. Потери у Ревы больше, но ситуация вполне неплохая, как бы, до сих пор. Боевой лимит близок. Так, нет, армори 2, кореец что-то затупил, зачем-то второй построил сейчас. Куда ж ты на хелбатов так придешь? Придет на хелбатов Рева, теряет юнитов достаточно много. Здесь полудохлая королева, либератор с поркой отогнал, молодец. Где Бейном 2-2 закал по катушке-то, где они медленные ходят здесь? Ё-моё, какая дичь. Все, начали либераторы что-то тут унижать по всем направлениям.
Здесь залетает прямо на спорку, отдается. Можно сделать контр-выход на четвертой базе. Врыв Либератора не контролит. Рев надо рабов увести. Рабов вроде как уводят, но 4 уничтожено очень-очень быстро. По катухе вспомнил, заказал. Здесь Линдов спалил кореец. Линдов уничтожил. Ай-яй-яй-яй-яй. Третья ЦЦ-щика достраивается. Преимущество на ровном месте тает. Просто на ровном месте. Опять Либератор прилетел, опять он пострелял несколько рабочих, в итоге уничтожен. Здесь выход при этом всем идет, а у Рева так и нет покатушек. До покатушек там 30 секунд осталось. Дроп на мейн пошел, 8 мариков, выход в лоб идет. Сейчас Рева берет несколько бейнов, вперед заводит сейчас. Вроде как неплохо здесь Рева дерется. Элайв терпит здесь. Успевает загрузиться, улететь. На мейне успевает дропнуться адски жестко, как бы. Пытается забрить грейд, но грейд не забрить. Здесь Рева отбивается легко достаточно. Ты, кстати, отбивается. И все, готовы покатухи. И масс-бейлинги заказаны. 2-2 грейды на 2-2 сейчас, правда, будет. Вот это неприятно, крайне неприятно. Здесь масс... Ё-моё, бейнов подрезает. Лайф, нужно уходить. Реве, как же это... Блин, у меня бы горнуло бы реально бы вот в такой игре. Вроде все нормально, но вот реально кореец успевает просто везде. Везде он успевает. Че Ревчик боится-то? Беллингов ждать надо. Ждет Беллингов. Пытается окружить все это био, окружает все это био. Но на минкой заходит без сплита сейчас. Вот хорошо сплитануться успел, молодец. Потерпел, минимум демеджа получил сейчас. Блять, просто я не знаю, я сейчас сам матом буду ругаться. И даже здесь мина успела подрезать Беллингов. В итоге только линги на третью забежали, а так бы пару бейнов могло бы забежать. В итоге сам Рева теряет третью, четвертая добывает в данный момент. Здесь одна минка на приуема, уже 12 юнитов уничтожено. 60 на 109 по лимиту. Ну, достойно бился, я бы сказал. Но, блин, реально... Нервозность, пару каких-то ошибок, я бы не сказал, что даже жестких от Ревы. Ну как? А самое жесткое, что как ошибся Рева, это запоздалый лейер. И даже с этим запоздалым лейером 2-2 заказал, а покатухи нет. Вот были бы раньше покатухи, точно бы лучше бы было бы, как бы. Вот. Ну вот как-то так, ребят. Мы ждем финала. Лайф против Нерча будет биться. Ну, мог втащить, как бы, ну, вот, реально при этом всем, насколько кореец успевал, это жесть, очень кореец прям успевал все жестко. Долбали смурфы всякие создавать. Ну что, Нерча лайв сейчас будет у нас. Ждем. Посмотрим, как Нерч с корейцем побьется. Говорили, что он там ушатывал вообще корейцев недавно. Но здесь-то у него вообще преимущество евросервера будет. Так что все карты в руки, что называется. Ну, посмотрим, посмотрим. Ждем, пока Варди зайдет. Так, кастом что-то ожидает, это уже квалификация украинская.
Так, Вардия перелогинивается, кажется. Так, ну ждем. Так, нет, я его проиграл, теперь у нас будет... Добавить, короче, этого лайва. Есть через кого у меня прыгнуть, нерч ведущий у нас хост. Лайв готов, сейчас начнется битва, ребятки. Насчет наших украинские отборочные сегодня, я, возможно, их и постримлю сейчас. Посмотрим мы сейчас. Ну что, нерч против лайва, посмотрим, насколько поляк действительно силен сейчас. Он, Марин Лорд и Нерчо прошли квалификацию на КСПА Кап. Марин Лорд вообще удивил меня, никаких шоу-таймов, никого там и близко даже не было. А вот нерч с Марин Лордом молодцы. Поехали, ребята. СМ готов. СМ готов.
Украинская квалификация уже началась, то есть 18:00 ее начало. Вот. Я, возможно, и прервусь, потому что я ничего не кушал сегодня, как бы, и посмотрим, что там я буду стримить, не стримить. Насчет патча пока не знаю, Далас 989. Посмотрим. Я вообще про патчи. Ну а что гадать-то? Выйдет, поиграем, потестим. Близкон еще впереди. Нужно год закончить. Впереди столько крутейших турниров, что прямо жесть вообще. Что, начинается Харас, Лайф минуснул Линга одного. Ну, минуснул Линга, молодец. Нужен инъекцию. Да, привет, Just Dreamer. Про Shoutcraft сегодня говорили. Я ничего не видел, если честно, из игр. Но то, что Нержбьяна, Рьянга, еще кого-то там разорвал, это я видел. Ну, я говорю, Shoutcraft американский сервер, если он там их всех разорвал, то здесь-то он с Лайвом точно должен нормально играть на европейском сервере. Сейчас-то мы это увидим. Ну, пока все хорошо, на 11 лимит впереди, 7 дронов плюс строится. Оп, секундочку. Забыл я домой позвонить. Улучшение завершено. Пристройка завершена. ТСМ готов. Разработка завершена. Пристройка. ТСМ готов. ТСМ готов. Вооружен и опасен. ¡Gato!
Так, ребят, дико извиняюсь. Впереди еще нас ждет как минимум. Помимо этой две игры, просто Даша позвонила, надо было ответить. Сегодня забыл я позвонить, блин. Надо договориться завтра, как они с Машей приедут, за врачам всем, вот. Я просто смотрел сейчас краем глаза, что происходит. И вижу, что нечто, посмотрите, просто что творит, а? 25 секунд делается хайф, он был заказан на 6.50. Это дичь просто какая-то, во-первых. Во-вторых, уже сейчас 1-1 будут грейды, как и у тирана. В-третьих, крипа, посмотрите, уже вот эту низину на Гетисберге, свою низину уже заполонил, еще по один криптумор сюда бы пустить, было бы замечательно. Оверы развешены, можно здесь где-то подальше бы еще вывесить бы было бы. Все под контролем здесь в центре абсолютно. И четвертую хату восстанавливает нерчи, 77 дронов имеет. Почему возможности нерчи летать не дали? Я не знаю, какова причина была вот этого именно. То есть многие же с первого Старкрафта здания изменились, да, как бы и... Ну вот, кстати, жесткий дроп на мейнтнерчу. Вот это реально дэмэдж наносит дроп. Ребят, я еще раз извиняюсь. Все, больше, конечно, отвлекаться я не буду уже. Теперь позвоню всем уже после, короче говоря, финала GoFSK. Кому нужно позвонить. Хайф, простите, хайф уже готов. На 8.30 уже делается. То есть с 8 минуты уже делается адреналин. Ультралис Кеверн вообще делается. Здесь, конечно, 30-шечки тоже добывается, и продакшн у Лайва очень-очень неплохой. Это 8 бараков, это тут, ё-моё, какой саплай-блок у него гигантский, судя по всему, был. 5 депошечек одновременно строит. Здесь дроп на остров, лечит мариков. Можно пару плеток с такой-то экономикой, нерчу, по-моему, впилить было бы. Так, идет Лайв-центр. Микос надо бы кинуть, не, Микос. Микос молоко прошел, ребят. Поэтому фаерболом только там одного мародера подрезает. Ну что, добыча у нерча... Ой, ё-моё, 3К, добыча у нерча. 80 дронов, это просто замечательно. И один Кагаза добывает как тиран, несмотря на всех мулов и на все-все-все тирановское вот это хозяйство. Адреналин еще не готов, здесь фаерболит. Нерч, он не дает просто тирану позицию халявную занять. В это время здесь... Так, Микос будет. Микоза не вижу, тут Микос пошел лингом в помощь. И хорошо, ой, как он лингам помог, прям замечательно, я бы сказал, помог. Линги все сгрызают, ультралы уже вышли, все, значит, нерч здесь точно отобьет. Беллинг Нест доделывается, кстати, Беллинг Неста раньше вот по таким билдам обычно не делали вообще, в принципе. Так, часть ультралов в тыл заходит. Линги окружают, тут бил, смотрите, как раз... Ё-моё, как от мариков рожки до ножки, одни летят, просто разрывают все ультралы. 200 на 160 лимитов в пользу нерча. Он двигается в центр сейчас. Ультралы делюксовые просто идут наказывать сейчас оппонента. И четвертая, да, ЦЦ-шечка имеет место быть. Вот первые... Так. Как их? Либераторов только два. Разложены таким образом, что один фаербол фактически двух дэмэджит. Поэтому за три фаербола два упали сейчас. Четвертую просто ССшку сносит нерч, био тоже разносит, вообще в хлам тут взрывается, все, просто красота какая-то происходит сейчас. И это 1-0 в пользу нерча, вот теперь-то я и понимаю, что он действительно хорош, и группа оказывает сильную. Аймарин Лорд при этом его еще зашатал на отборочную, то есть Марин Лорд, видимо, тоже сейчас силен, действительно. Фаерболы, как с пулемета кидать, но вот явно... Забинженного, как быстрый варп у процов, быстрый каст фаерболов. На реводжеров это идеально не придумать. Вот именно быстрый каст, вот этот винт, вот эта прописка, да, как бы в настройках. Вот, всем рекомендую, зергам это нужно такими вещами пользоваться. Дроп отбивает, третью цечку прогоняет, 100 на 190 по лимиту. Здесь уже ничего не сделать тирану. Что-то он тут бегает по центру вообще нелепо, как какими-то группками небольшими. Пытается Лайф выйти третью занять.
Ну, либераторов нужно больше делать, может, это чуть поможет, но вернее, уже не поможет. Корапторы вовсю пошли, здесь просто в лоб идет, мне же ломать оппонент своего. Фаерболы падают, не попадают по либератору. Ну, тут уже и не нужны будут фаерболы, сейчас корапторы на клике все выносить просто будут. Пятая хата у Нерча добываться начала. Ну, не сдается Элайф, правильно делает, боевой лимит есть, почему бы и не подраться. 3-3 ведь грейды, био достаточно много, несколько либераторов добавил, но Нерч, я думаю, прекрасно понимает, что отпускать ему здесь не надо, он ждет вот чего, он ждет 3-3 сейчас, во-первых. Во-вторых, когда корабторы сюда все прилетят и просто с ними пойдет вперед. 19 бейнов еще. Ну, кстати, хорошо, вот такой микс еще и с бейлингами, да, миксовать. Очень четко получается. Здесь рабочие тукани что-то стоят. Вот, наконец-то направляют. Сейчас с 2600 до 3000 сейчас добыча сразу подскочит. Смотрите, сколько газов у Нерча добывается. 10 штук. В данный момент нигде пока не кончился газ. И газа просто 1.5 в минуту добывайтесь, зафаерболил все. Корапторы минусуют либераторов. В данный момент... И Нерч просто ломает своего оппонента, добыча просто гигантская, ГГ пишет. Ну, это просто круто было, очень круто. Молодец, Нерченыш. Силен, чертяга, силен. Так, ну что, жду тут через кого заходить. А, вот Варди или Беляр. Неважно, через кого прыгаю, через первого. Второго, точнее, Беляра. Ну, первого в списке у меня. Вот. Телефон мой накрылся. Короче, на сбор на телефон открывать, в общем. Xiaomi GG. Хожу с такой шляпой, блин. Эх, куда все полетело? А, понял, мышка зажата. Вторая игра, ребятки, Нерч против Элайва. 1-0 Нерч повел, хорош. Ну да, когда стримишь раз в 3 дня и по несколько часов, нет смысла сборов никаких открывать. Вот, ну, в любом случае, за поддержку спасибо вам. Пользователь A.BK активировал премиум на ваш канал. Спасибо.
Спасибо, Акила, Акила. Да, видел, что-то там Майкера. Сбор на телефон, как с диваном. Да мне не надо жестких телефонов. Я бы на eBay и Xiaomi такой же заказал бы. Мне чел говорит, что он 4500 там вообще стоит. Хотя чуть не верится. Да пока с этим мне вообще пофиг. На телефон, мне интернета вот. За компьютером. Выше крыши, но... Чё-то надо, да. У меня было желание, когда шел сегодня из деревни домой, что подумал, просто надо сбор запилить, как у некоторых, на все про все, знаешь, там, на новую квартиру, на новую машину, на новую шляпу, короче. Вот, диван будет, обещали в среду, ну, в общем, на неделю, не знаю, когда. Я думаю, если обещали в среду, значит, и будет в среду. Так, Армари пошло, это явный хилбат-пуш сейчас. Готов ли нет к хилбат-пушу? Пока что не готов. Так, бинды, бинды показываю. Забываю, блин, надо привыкнуть, что Ctrl-Shift-G надо нажимать каждую при старте в этом интерфейсе, а именно так эти бинды и включаются у игроков. Вот у Элайва, CC-шечка, CC-шечка, КСМ-чик, фактат на, так, пятый Ctrl, две CC-шечки вместе, шестой, Армари седьмой. Ну, так это, ну, у всех бинды по-своему, как бы, то есть нахрен армеры биндить, ну, просто биндить, для, чтобы видеть готовность все там и для других всяких моментов. Полетел медивак с шестью мариками, геликов тоже шесть штук присутствует, поехали не вперед, нерч прекрасно это все видит, роуч ворона тайминг плохой. Хелбат пуш пройдет до готовности роуч ворона, это очень-очень плохо. Так, два криптумера ставит нерч еще сейчас, трансфьюзов в итоге точно не будет, у этих королев армор заказан. До роуч ворона остается больше 10 секунд и, ё-моё, терпилово, просто полное терпилово здесь, если сейчас будет, камни может завалить, имело бы смысл. Так, пытается медивак подрезать нерч, не получается, роуч ворон готов. Ресурс на роуч есть, 22 линга, медивак подрезал. Где роучи-то, ё-моё, ну они долго строятся, все равно будут. Так, линги выходят, два хелбата отделились, это для нерча просто замечательно, но, блин, линги по очереди выходят, отдаются. Очень похоже на 1-1, если честно, потому что здесь дэмэдж, крит дэмэдж, по-моему, получит нерч. Реву вообще убил лайф-то в мясо просто вот этой темой, потеряв 3 юнита. В какой-то момент там было просто потери, там 2к на 0. С Ревой, ну потом Рева там убил несколько юнитов. Ну просто лингами крайне сложно это отбивать. Ну, смотрите, нечто справляется, и вот уже золото добывает спокойно, абсолютно. Вот уже он дронов строит новых. Вот трансьюз пошел на королеву. Правда, два гелиончика врываются на золото. Сейчас трансформируются в хелбатов. Один не успеет доделаться, второй успел. Нужно окружать сейчас хелбата, окружает неч. Просто красавец, а? Просто красавец. Смог отковыряться еле-еле, но прилетают либераторы и продолжается веселье, в общем-то. Жестких телефонов не нужно, iPhone 7 будет достаточно. Но это только если кто-нибудь сразу его пришлет. Вообще я в жизни не стал его покупать бы, как бы, ну. То есть я бы не стал бы на него сбор бы начинать. Значит, такие деньги, мне бы было бы желание вложить на что-нибудь другое, вопрос. Ну да ладно, не будем о деньгах, что-то хрень какую-то городить. Айба айфонов, об всякой шляпе. Фаербольщики падают, ну королева погорела. Пользователь Наит активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем за премию, ребят. Гелиончики на вторую прорываются, но линги с роучами их принимают достаточно эффективно. Гелики все падают, и вот по лимиту-то нерч уже в плюсе, и золото вовсю добывает. Опа. А здесь ТЦ-шки третьей нету. Посмотрите, и лайф
Да, у него рабочих как бы больше, но у него, посмотрите, насколько меньше боевого. Инерс себя спокойно абсолютно чувствует. Он может делать муфроу, чем он может масить рабочих. Выходить уже в хайф стараться, как бы четвертую хатку, там, крип тянуть, и все, как бы у него нормально, по-моему, вообще здесь. 1-1. Я видел интервью Нирча, я, правда, не прочитал. Вот, ну, я надеюсь на то, что конкурировать с корейцами будут европейцы, но, блин, корейцы крайне быстро адаптируются. Вот, придумал Нирч билд, как бы. Он тут развалил на турнире на одном, может, на другом корейцев, там, потом хоп, они адаптировались. И уже будет время, когда тяжело их будет. Было бы Нирчей таких, как Нирч, штук 10 хотя бы, Нирчей там 10, ну хотя нет, это уже какая-то вторая Корея получается, даже больше, чем Корея, если бы 10 игроков такого уровня было каждый раз в Европе, то тогда бы, конечно, это было бы уже фактически корейская тема. Но Европа, у вас насколько больше Корея, то есть Европа, СНГ и все, то есть так и должно быть, даже больше должно быть, ну, пока как-то так. Будем надеяться, что хуже не будет, становится только лучше. Так, по лимитам ровно. По лимитам ровно сейчас. Харасит здесь. Летает Харасит и Лайф. Танчик один полудохлый. И здесь другому, например, не Марики. Этот танк с Мариками тоже прилетел. Марики погибли. Остался один танк, что-то висит и Лайф. Вот сейчас дропнутся, начнем стрелять по хате. Ну, неприятно, но хата выживет как бы здесь 100%, потому что слишком много дэмэджа надо внести, чтобы ее убить, отменить. Вот 8 мариков что сделают, я не знаю. 7 мариков на вторую дропаются, неприятно, 2 дрона подрезано. Блин, еще не без этого, без мода создают все. Реводжера одного и Лайф подрезал. С модом интереснее смотреть. Так, здесь королевами надо именно медивак фокусить, а не мариков. И они отфокусят этот медивак. В это время врыв лоб идет сейчас с стороны Лайва. 54-48, боевой лимит одинаковый, практически оверы падают здесь, саплай блок у Нерча может быть. Нужно бой принимать, вот дроны-то поехали, ё-моё, нет, что ж ты творишь, дронов не терять, и всех пошел на добычу, молодец, вовремя, кстати, увел. Танчик жахнул по дронам разочек, ну не убил, кстати, и Нерч тут отбивается даже, блин, что Нерч за чудеса вообще творит на виражах? Здесь наглеет викинг сейчас. Нужно принять. Добыча у Нерча все еще больше, чем у оппонента. Чем четвертая добывается отчасти. Грейды 2-2 будут сейчас милишные. А здесь 1-2 только делается. Причем 2-2 раньше, чем 1-2. Так, и лайвовские. Хорошо, Нерч фокусит дэмэджа на медивак. Еще один отфокусил. Не все, вообще дропнулось. Вообще много юнитов не дропнулось. Трансфьюзы великолепно идут. Не перехвалить бы, блин. Очень хорошо Нерч играет пока что. И медивак отфокусил. Все отфокусил. И 137 на 87. Сейчас только что было, проскочило. Так, Акела. Ты, походу, где-то был не в Старкрафте. Вообще в мире. Витал не в этом. Про Лайфа уже даже баянить не хочу. Почитай про Лайфа. Лайф. Больше не играет в StarCraft. Ну, правда, и блатные, и блатничок он не выучит. По фене ботать. Потому что по корейской. Потому что ему домашний арест только влепили, по-моему. Второй армор у Элайва пошел. У Нерча хайв. Ну, до хайва еще до ультралов надо дотянуть. Здесь прессинг будет, безусловно. Линги хорошо на золото забегает. Элайв вообще не реагирует пока. Нет, здесь принимает бой. Королева, конечно, упала, но золото вообще все изничтожено здесь. Ничего не осталось в данный момент. Так, фаерболит. Нет, здесь изи просто отбился. Забегание лайф тоже отбил. Но преимущество по лимиту уже практически двукратное. ГГ пишет кореец. 2-0 нет, что. Хороший. Как говорится, ждем еще одну игру. В общем-то, ждем мы. Как минимум.
Ну что, я в игре, ребята, ждем продолжения. Нет, это не мои настройки, чтобы дронов показывать. Я еще раз говорю, это версия карты. Когда создаешь карту, ты должен ставить, создать с модом. Там такой есть, когда создаешь, такой пункт там есть, как бы вступить, создать игру и создать с модом. С модом выбираешь мод OCS Game Hard, и тогда показываются погибшие дроны. Привет, Никс. Ну все, ребят, третья игра может стать последней, она абсолютно, это очевидный момент. Сейчас я, погодите, гляну сетку. Улучшение завершено. Спарки, ну, мана поляк, поэтому, собственно, и принял нерча, это всегда так бывает, в общем-то. Ну что, ребята, все, посмотрел, я хотел сетку посмотреть в украинских отборочных, вот, посмотрел сетку, еще пока там никто не отыграл. Ну что, кидается миночка. Криптумор минус просто за залп, очень вовремя кинул минку и лайф, он словил момент, когда ее кинуть нужно. Рипер на мейн прыгает, ну тут есть королева, чтобы встретить, есть линга. Рипер, конечно же, минуснется сейчас, это очевидный момент абсолютно. И третья хата заказана, в общем-то все в порядке. Так, 49-34, а, ну это почему преимущество у нерча, потому что лайф мало того, что играет
Погодите, во что он играет? Это не друг Мариков, ранний со стимпаком. Сим, да, будет ранний, но здесь третий барак добавляет, здесь третья ЦЦ-шка, ну очень. Пользователь Иртекс активировал премиум на ваш канал. Так, спасибо всем за премиум и за все, за поддержку, ребят. Короче, здесь у нас начинается добыча, вовсю уже идет. На второй базе третья сэшечка сейчас догрейдится будет, да, тоже орбиталк становится, есть по 50 энергии вот во второй, в третий. Еще два мула полетели, добыча сейчас по минералам, ну явно мула его выше, причем на... Хотя, смотрите-ка, нерча рабочих побольше, но сейчас за счет мулов прыгнет эта добыча вперед, конечно, 2200 там иногда прыгает, да, там 1700-1900... Такие вот дела. Рабочих построил. У меня же третья цешечка в наглую уже снизу сидит, смотрите-ка. Причем нечем ее наказать. Тут овер летает, конечно, проверяет все. Ну а как ты ее накажешь? Надо лингу здесь где-то рядом иметь. И что тут вообще наказывать? Одного дрона, одного КСМ? Это бессмысленно абсолютно. В общем-то, нерч видит, что наглеет просто лайф сейчас и раскачивает сам свою третью. Армор заказан, второй эволюшн добавляется. То есть, я так понимаю, нерч не будет изменять своему билду. Сейчас будет коготь милишный заказан. И при этом всем роучи Рэва Джералинги будут с выходом в ранний достаточно хайф. Все дальше от обстоятельств будет зависеть. Там какая-то агрессия, может быть, будет добавляться инфесторы даже. Может, еще что-то. А, Кас уже выиграл Хеллрейзера. Ну, молодец, Кас. Кас Димага, может быть, там полуфинал. Так, два медивака тут у нас присутствуют. Идет нерч вперед, 138 на 93. Под пуш роучами. Ну, это, кстати, типа как Рева делал с Крутсом подобное. Но против Тирана, неужели это все, это 3-0? Что-то тут роучи много у нерча. Он прям дэмэдж очень большой наносит сейчас. Уже 16 КСМ-ок уничтожено. Выходит кореец биться сюда с КСМ-ками, с Мариками, с Гелионами. И нерч просто все в мясо разваливает сейчас, включая КСМ-ки. Это изи 3-0, просто тайминговая атака вообще. Ctrl-Shift-G, да, вот. В третьем контроле у нерча эти роучи, у корейца тут все забинжено. Но чуть не помогает это все забинженное корейцу. Так, нерч смещается вниз. Не сдается лайф, он что, не верит, что его просто так сейчас изничтожили, что ли? А его изничтожили, я бы даже на месте нерча не парился, сейчас Трэвлдера бы пильнул бы и просто в лоб бы. Смотрите, газа сколько много. Он из дэмэджных этих роучей красных сейчас запилить и все. Тем более линги здесь дотекали, я не знаю, что время-то тянуть. Не вижу никакого в этом смысла особо. Урками все тут нерча обносит просто сейчас. Инфесторы на мейн пошли, линги тоже приходят сейчас. Роучи сзади дотекают, линги время чуть-чуть протянули. Ну и все, нерч принимает, все очень даже неплохо. Королева минусует один медивак, второй улетает. Ну и лайф, кстати, учитывая, что у него 30 цешечка, он может попытаться ожить. Вот если периметр танками будет защищать, бью построить, в принципе, продакшн-то у него высокий. Хотя, о чем я говорю, предыдущие игры нерч тащил из попы, просто вытаскивал в ситуации, когда он был в реальном минусе.
А в этой игре он возьмет и сольет просто вот такое преимущество, да это фантастика какая-то. Конечно же, этого не произойдет, мне просто хочется верить, что побольше мы StarCraft посмотрим крутого, но что-то пока... Что-то пока не очень. ГГ пишет, Life это разгром 3-0. Действительно, нерв силен, вы были правы. Кто об этом говорил? Так, ну что, делаю стоп-старт тогда.